Это вот магазин «Бывшая дружба». А мы сюда пойдем за магазин «Дружба». Я как-то зимой там снимала. Говорила, что там летом, наверное, такая тень. Очень интересно посмотреть. У меня там почти сколько, 4 или 5 домов люди просили снимать. Ну, они, может быть, посмотрят теперь на летний двор свой. Это дорога в 43-ю школу. Движение такое, дорогу не перейдешь. Мы идем сюда. Это 12-й микрорайон. Это сам магазин, 217-й дом. Этот 217А с правой стороны. Что-то здесь ремонт делают какой-то. Что-то тут планируют. Какие-то круги. Вообще что-то такое задумали интересное. Там пыль. Как-то кругами все. И там круг, какая-то площадка. И здесь... Что-то будет красивое, наверное. Сейчас как рука обойдет. Частично заасфальтировали. А тут и на газоны будут. Ну, наверное, красиво будет. Ой. Здесь действительно такое место большое между домами, между дворами. Тут, конечно, надо было что-то такое необычное сделать. Это 217-й Б. Вот уже тротуарчик тут сделали. Можно ходить. Ну, вот это будет футбольное. Наверное, тут это закроют для детей. Ну, здесь, конечно, тень. Прохладно, наверное, в квартирах. Все такое капитальное строят. Интересно, интересно, да. Это вот с правой стороны 215-й Б дом. Так, пойдем по новому тротуару. Еще пыльный, правда. А может быть, здесь будут плитку выкладывать. Да, пыль такая прям. Ремонт до зимы бы успели. Да, если дождь пойдет, что будет с этой пылью? Так, чтобы не выйти теперь. Это 215-й В дом. Это вот гостиница здесь на углу. Это там школа сбоку, 40-я. У
Это мы выходим на Валиханова. Здесь уже вот дошли куда? До школы газоны делать. Здесь также завезли глину. И еще здесь была большая куча навоза, которую вот разбросали все-таки. С навозом решили сделать.